Всем здравствуйте! Сегодня мы замочим мясо для шашлыка. Нам потребуется мясо, у меня свининка, лук, и из приправ нам нужны будут приправа для шашлыка, лимонная кислота, соль, майонез, соевый соус, уксус и какой-нибудь кетчуп, неважно какой. Давайте порежем мяско. Мясо нужно нарезать кусочками по 30-40 грамм. Способов приготовления шашлыка очень много. Я замачиваю таким вот образом. И не только таким. Будет возможность, я покажу, как еще и по-другому замачиваю. Вот такие вот кусочки примерно. И складываем их в глубокую тару. В мясо добавляем лук. Я мясо брала 3 килограмма. Значит так, лук у нас идет на килограмм 2 луковицы. Я положила 6. На каждый килограмм ложим 2 ложки майонеза с горкой. Соли много сильно не нужно, лучше потом подсолить. Вот примерно где-то столовую ложку я пока положила. Высыпаем 2 пачечки приправы для шашлыка. Лимонную кислоту, несколько кристалликов, может быть, там меньше пол чайной ложки взять нужно. Уксус и столовую ложку на 3 килограмма я беру, уксус 70%. На каждый килограмм мяса 1 столовую ложку соевого соуса. И кетчуп. Ложки 3, 4, 5. Теперь все это будем перемешивать. Мясо лучше замачивать с вечера, чтобы оно всю ночь мариновалось. Ну, по крайней мере, не меньше 4-5 часов оно должно в маринаде в этом простоять. Замоченное таким образом мяско становится очень нежным, мягким. Шашлык, конечно, жарят на углях, когда мясо замаринуется. Жарьте шашлыки, кушайте. Я надеюсь, вам понравится таким образом замоченный шашлык. Приятного аппетита и пока-пока!